Так, всем добрый субботний день. Мы с Татошей гуляем сегодня на большой нашей площадке. Вот мы уже больше часа гуляли. И к нам в гости пришла Мия. Это бигль, да, по породе? Да. А средний, наверное, бигль. А сколько ей годиков? Ей 9-8 месяцев. А, она еще совсем девочка. Ей 9 или 8 месяцев, вот. Хозяин говорит, мальчик, вот, она сначала не хотела заходить, боялась Сатошу, а теперь ничего, все нормально освоилось. Давай мы для нашей мамы тебя покрупнее снимем, вон какая ты красивая, трехцветная, да ты такая голосистая, привет, привет. Вон у нее какая косточка, бирочка у нее, вот она тут обнюхивает свежие запахи, не бойся. А Сатоша наш прилег в тенек. Сегодня комфортная погода для гуляния, и солнышко, и тепло, и прохладный ветерок. Татоша как раз в его шубе-то и в шапке, в ушанке чувствует себя комфортно. Вот он спокойный, как 200 тонн тротила, как удав. А мы пойдем поснимаем нашу бегляночку. Нашу бегляночку поснимаем, Мию. Вон она какая красивая, вон она как все обнюхивает. Так, вот препятствия у нас тут такие, резиновые олимпийские кольца, баллоны. Что такое, кто тебя напугал, кто тебя, красавицу, напугал? Сейчас папа тебя поснимает, а потом твои родители зайдут на YouTube и посмотрят, какая ты красивая. Все-таки страх преодолевает, идет знакомиться с Татошей. Сатоша идет знакомиться, любопытство берет вверх. Она еще молоденькая, конечно, надо все изучить, все исследовать. Да? А? Миечка, ну иди знакомься с Сатошей. Татоша, а Татоша у нас что-то притомился или прижарился. Он тут уже все обследовал. И теперь мы с ним, как говорится, динамим время на свежем воздухе. На свежем воздухе. Ладно, Мичка, давай еще тебя папа снимет один раз и выключается. На этом наш ролик знакомства с Мией Бегляночкой будем заканчивать. Ну вот, вот это препятствие. Может быть, Мия на него в скором времени будет заходить и преодолевать его. Давай, крупным планом. Давай, ну ты не гавкаешь. Ну все, всем хорошего дня и хороших выходных. Тем более эти выходные будут длинные, целых 3 дня будут отдыхать те, кто работает при 5-дневной 40-часовой рабочей неделе с 2 выходными, субботом и воскресеньями. В понедельник у нас праздник, День независимости, День России. Всем пока, кто тоже перебрался в тенек, препятствию побольше. Все, да, Татоша? Пока всем, пока.